Итак, если у нас замечены такие вот депрессивные состояния, меланхолия, апатия, депрессия, это означает, что мы когда-то в прошлом плохо себя вели. Что теперь надо делать? Нужно просить прощения в уме. Деятельность была совершена умом, значит, нужно действовать тоже умом. Если вы кого-то ударили, нужно прикоснуться его стоп, так вот рукой, как это положено в физическом написании. Или просто поклон сделать, принес, сказать, прости меня, пожалуйста. То есть, если мы кого-то били. Если мы кого-то физически били, нужно тоже просить у него прощения. Прощение снимает эту карму. Если вас человек простил, эта карма, она уходит. Если нет, это остается.